Сейчас я покажу, как надо пеленать маленького котеночка. Берем котеночка. Нормально. Вот берем пеленочку. Чего-то ловко делается. Берем этот краешек и закутываем. Вот так. Вот так должен волос получиться. Потом берем вторую сторонку и утром это все дальше. Лапки убери, пожалуйста. Ну вот. Вот эти края вот так затираем. Та-дам! Чуть-чуть у меня блестит. Сейчас я расскажу, как надо пеленать котят. Вы кому лицо мой котик? Так, Лешка, бери лапки, пожалуйста. Бери лапку. Так, берем и закатываем сосиску. Все. Получается, еще его... Вот, у кого-то из вас есть булочка? Я хочу вашу булочку положить на такую сосиску розовую. Ну, давайте еще раз посмотрите. Вот котенок. Он уснул. Он сейчас покушал. Ну и уснул. Что надо еще маленькому котеночку? Я своего укутаю, пойду с ним погуляю по дому. Так вот. Вот. Маленькую сторонку, ну вот это вот будет больше у нас, это меньше, покороче. Коротенькую мы вот так. И большую вот так вот. Вот так это все выглядит.